В это непросто поверить, но китайских брендов на российском рынке снова стало больше. На сей раз пополнение случилось в клане Cherry, которая добавила в свой локальный портфель еще одну марку. Помимо, собственно, Cherry и премиального бренда Exeed, теперь есть отдельный дочерний лейбл Amoda с единственным пока кроссовером C5. Хотя уже в следующем году гамму пополнят седан и еще один кроссовер. Интересно, что на родном китайском рынке Amoda пока не выделилась суббренд. Модель там продается как Cherry Amoda 5, а вывести новую марку придумали специально для России и Казахстана. Что же до автомобиля, то это одноклассник Kia Seltos и Skoda Karoq. Колеса могут быть только 18-дюймовыми, заявленный дорожный просвет у всех версий 190 мм. Любопытно, что который раз уже кроссоверу для России китайцы переделывают интерьер. Если внешне поднебесный исходник отличается от нашего только шильдиками, то в салоне переделана передняя панель, центральный тоннель с селектором и даже карты дверей. Однако два экрана по 10 с четвертью дюймов, цифровая приборная панель и медиасистема сохранены и входят в базовую комплектацию. Технически Amoda базируется на уже известной платформе T1X, которая лежит в основе кроссоверов Cherry Tiggo 4 и Tiggo 7, поэтому по железу откровений нет. Единственный силовой агрегат — это сочетание 1,5-литрового турбомотора и клиноременного вариатора. К слову, мотор, оснащенный двумя фазовращателями, способен переваривать 92-й бензин, однако соответствует эконормам Евро 6. Передняя подвеска — Макферсон, а задняя — полузависимая пружинная балка, поэтому привод строго передний. Трансмиссии 4х4 нет и не планируется. Тут самое время спросить, зачем китайцам понадобился клон уже нескольких серийных машин. Ускоренное разведение суббрендов напоминает поздние советские гастрономы, где разнообразие имитировали стройные ряды бакалеи. Ответом будет необычный дизайн. Amoda даже называет модель фастбэк-кроссовером и явно целит в молодую публику. Комплектации на выбор три. В базовую включены 4 подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, комбинированная обивка кресел, подогрев руля и передних сидений, дистанционный запуск двигателя, круиз-контроль и выбор режимов движения. Что же до цен, то Amoda C5 оказалась на 90 тысяч дешевле соплатформенного и чуть более крупного Cherry Tiggo 7 Pro.